Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня видео по майнеру tronapp.in. Я вчера писала видео по нему, стартовала вчера. Так, значит, закрываем. Как я и говорила, вот здесь добыча. Мы ежедневно собираем прибыль. В этом видео я покажу вам выплату. Ну и поделюсь еще с одним майнером. Значит, я еще ничего не собирала. 0.453x ежедневная прибыль. Минимальный вывод от одной монеты. Получать. И вот таким вот образом каждый день буду заходить и получать монетки. Значит, ну и кто не знает, ссылочка здесь реферальная. Кликайте, она копируется. Перехожу в мой кабинет. И вот здесь русский стоит уже по умолчанию. Как бы снятие. У меня на балансе 8.52 монеты. Минимальный вывод от одной монеты. Прописываю сумма 8.52. 52. Здесь смотрите, кто не знает вывод, как делать. Я показывала, как прописывать кошелек. Кошелек цифровой валюты. Тут также отображается сумма. А сюда нужно ввести пароль. Пароль, он высвечивается при снятии. Я сейчас поставлю на паузу, введу пароль и кликну снятие. А пока пауза. Кликнула я снять, и вот у меня написано в ожидании. Видим, да? Минус 8.52. Ну а пока мы ждем, я вам покажу еще новый майнер. Кому интересно, заходите. Значит, смотрите. Также минимальный депозит здесь от 5 криптомонет Трон. Зашла я в него вчера. Здесь все то же самое. Регистрация. Все. Домашняя страничка. Майнинг. Ежедневно я буду заходить. Вот я зашла. Кликнула. Вот сюда. Здесь как бы VIP-1. Депозит 5.3x. Ну и здесь идет 9% ежедневно. Вкладочка Share. Реферальная ссылочка, кликаем. Ссылочка автоматически копируется. Кому интересно, оставлю ссылочку в закрепленном комментарии. Майн баланс. Кабинет, то есть. Также команда. Трансфер то базик. Тут паспорт поменять. Новости. Мобильное приложение. Выход. И также сохраняем кошелек, как я вам показывала в прошлом видео. У меня на балансе в данный момент 0.45 монет. Депонировала я сюда 5 монет. Минимум на вывод 1 монета. И когда будет 1 монета, я потом запишу уже видео по выводу. Сюда прописываем сумму. Будем выбирать кошелек. И у меня уже прописан сюда пароль. Опять же таки, пароль высвечивается в таких майнерах. И будем выводить. Перезагрузить. Закрываем. Смотрим снятие. Баланс мой по нулям. Где смотреть снятие? Вот это снятие. Рекорд. Вот эта вкладочка. Кликаем. Успешно. Переходим. 8.52. Кошелек. И, пожалуйста, 8.52 прибыло. Видим, да? Так, немножечко отодвинуть кошелек. 8.52. Все замечательно, все шикарно. Майнер платит. Ну, кто бы сомневался, они зарекомендовали себя с хорошей стороны. И я с удовольствием сюда захожу, потому и делюсь с вами. Ну и все, ребятки. Всем удачи, всем пока.